В 23 населенных пунктах Ульяновской области закрыли вопрос по водоснабжению в 2021 году. Тема чистой и качественной воды стала одной из ключевых на итоговой коллегии Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области. Так, на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» в том году направили 829 миллионов рублей из госказны. В этом на 24 миллиона больше. Задача в полной мере реконструировать сегодня биологию по правому берегу. Начало реконструкции по левому берегу. Это трехлетняя программа будет. И реконструкция канализационных очистных сооружений в Барыше. А результатом реализации федеральной программы, входящей в нацпроект «Экология», станут уменьшение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу в 3 раза. По отчетам профиля у министерства за 2021 год отремонтировано 46 водозаборов, установлено 59 новых водонапорных башен, заменили свыше 116 километров участков водопроводных сетей. Тем самым качество водоснабжения по итогам работ повысилось для 190 тысяч жителей региона. Темпы профильное министерство сбавлять не планирует. 260 миллионов рублей пойдут на мероприятие, которое позволит улучшить практически 7 населенных пунктов, полностью решить проблему с водой. И для наших жителей в регионе мы будем мероприятие проводить в 10 муниципальных образованиях в ряде поселений по замене водонапорных башен, по ремонту проводов. Для фонда модернизации, по словам экспертов, 2021 год стал точкой отсчета выхода из кризиса. По прогнозам, из долговой ямы ведомство полностью выберется через 4 года. 230 миллионов рублей из областной казны и 67 миллионов из федерального бюджета в этом году пойдут на замену лифтов. На этот год запланировано 200 лифтов поменять. Они будут меняться в многоквартирных, естественно, жилых домах. Но единственное там условие на данный момент софинансирование, сразу хочу сказать, будет в размере 40% из бюджетных денег, 60% только от владельцев. Не как раньше, все 100% были. На итоговом совещании присутствовал Алексей Русских. Глава региона поблагодарил энергетиков за проделанную работу по водоснабжению. Губернатор также акцентировал внимание на негативных тенденциях. К примеру, постоянные жалобы жителей на низкий уровень благоустройства, проблемы с вывозом мусора. Во многом, по мнению Алексея Русских, поможет цифровизация. В целях достижения цифровой зрелости министерства планируется реализация 4 проектов. Создание региональной информационно-аналитической системы ЖКХ, а также цифровых платформ «Профессиональный гражданин», «Чистый регион» и «Цифровой водоканал». Алексей и Русских также провели экскурсию по выставке, организованной Ульяновским водоканалом. В качестве экспонатов – приборы для моментального обнаружения порывов и цифровые системы для умного города. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.